Всем привет, дорогие друзья! В предыдущем видео я вам показывал блоки, полученные мной, значит, в посылке, среди которых, значит, оказался вот этот вот усилитель низкой частоты. Значит, у него был искаженный сигнал на выходе. Я грешил на ЭТОшке, думал, какая-то из ЭТОшек потекла. Но, как оказалось, дело немножко в другом. Все ЭТОшки, естественно, я уже проверил. Все исправно. В общем, оказались дохлые транзисторы P606, причем оба. У них пробиты, значит, переходы эмиттер-база. Вот я их уже откинул. Теперь их нужно поменять. К своему великому стыду я, честно говоря, не нашел 606 транзисторов в своих завалах. Целый ящик транзисторов, но не оказалось необходимых. Но вынужденно попробую поставить 605-е транзисторы. Для этого я достал прибор ППТ. Значит, уже подобрал пару по бете, по обратному току коллектора. Все это дело сравнил. Очень хороший прибор. Всегда мне помогает в этом вопросе. В общем, сейчас поменяю эти транзисторы, значит, попробую, посмотрю, что из этого получится. Ну вот, заменил я транзисторы на 605-е. Вот это вот дохлое. (13710) частота. Чистый качественный сигнал. Сейчас немножко амплитуду снизу. Ну, в общем, сами все видите. Все вернулось, кажется, на круги своя. А так вообще у меня стояла вот эта вот кассета. Транзисторы, как мы видим, КТ-606. Другой усилитель. Более современный. Все красиво, чистая синусоида. Красота и лепота. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. Ну, в общем, сами знаете, что делать. Всем добра, мирного неба над головой. 73.